У него клюш, как у канадца. Интересно. Это так нечестно, блин. Ну ладно. Деньги. Лютое сердце. А, нельзя это тронуть. Прическа варвара. Так, что тут еще можно нам заделать? Хотя нет, ничего не надо. Я так понял, что нам нужен какой-то особый пук, чтобы здесь пройти. Именно особый, а не просто пук. Значит, пока мы там ничего не сможем сделать. Индейцы какие-то. А можно лазить по вашим домам, убивать ваших детей. О, я что-то разрушил. Можно цветы рушить? Круто. Не знал. А тут доллары есть в цветах. Или кленовые листы. Или это одно и то же в этой стране? They say that two Canadian monks live on a secluded island in the middle of Vancouver. Ой, какой Майнкрафт. Просто ужас. Фу, меня тут чем-то воняет. Нет, это не то, о чем вы подумали. Но чем-то горело. Надеюсь, не комп мой горит, а в остальном пофигу. Я ж вроде его недавно чистил. Маленькие неинтересные города в этой Канаде. Вообще прикольно, такой микс сделали одной игры с другой игрой и так далее и тому подобное. Have you been to Newfoundland? You won't find better sodomy in all of Canada. Это творчество настоящее. Ну,
Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Вещества у тебя есть? Не очень. Откровенно говоря, атака у него меньше, хотя и больше этих ударов. Сильно бьет нацистов и 100 священного урона. 100 священного урона — это очень неплохо. О, шапочка, которая добавляет это. Возможность возрождения в начале боя. Это было бы неплохо. У меня ж вставка. Вот. И 15 брони. Но возрождение, как я думаю, это лучше. Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Что за вещества? Ладно, фигня полная. Магазин у тебя дерьмовый. И здесь какой-то граф канадский. Интересно, а в Канаде действительно монархия, чи что-то такое? По-моему, нет. Но я просто так мало знаю о Канаде. Пиксельный отбор. А, кнопку нажал. Прикольно. Ну, вообще, довольно-таки противная музыка, когда ее долго слушать. Диск кровопускания, нашивка рейнджер. Вот это то, что я ждал. Нормального оружия дальнобойного. Сейчас посмотрим, как он работает. Ага. Ну, у него меньше ударов. У этого 6 ударов. Но урон... Урон-то! Урон! 2 раза, и то есть до 2 случайных целей получают удар. И к тому же истекание кровью идет. То есть можно будет вставить что-нибудь другое. А, ну хотя, фиг его. Но урон просто огромный. Я не могу просто так это оставить. А что там за новые нашивки у нас появились? Вот. Стрелковые атаки на 100 больше урона. Это то, что я поставлю вместо вот этой вот фигни. Вообще урон будет просто запредельным. Не нужно будет даже отравлять ничего. Не знаю, зачем я эти пиксельные осколки собираю. А здесь Иисуса нету в церкви. Я так понял, Иисус их покинул. Богом поклялся. Это чё, Ванкувер, или как он назывался, этот город? Many wonderful films are shot in Vancouver. All of them are about cabins terrorized by serial killers.
Rush. That is some sick magic you got there. Dude, you okay? People come from far and wide to buy our 2010 Winter Olympics merchandise. Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Волшебная палочка Архимага. 500 огненного урона. Интересно. Да. Ну нет, у меня урон больше. Все же я не маг. Стоп. А, ну да, и там две ячейки. Так какой смысл мне все это покупать? They say that the Duke earned his title by winning a log roll with the last Duke. Yes, yes, I know. But Ottawa is clear on the other side of Canada. How are we supposed to get there? Так как я попадаю. Yes, I see. Oh, wow. No, I didn't know that. Yes, come on. Yes, I hate that guy too. No, I haven't seen that show as a kid. The Duke of Vancouver is a very busy man. А зачем нужны пиксельные осколки, интересно? Зазубренный топор расчленения. Шлем варвара, борода дровосека. Посмотрим, что за шлем варвара. У него уровень намного больше. Ни хрена ж себе броня. Однозначно шлем варвара. У него защита такая, что... Мама, не горюй. А тот бонус это фигня. Главное это защита. Что там... Высасывание, по-моему... Здоровье было у нас тут. Ага, вот оно. Вот теперь я крутой. А ну-ка, топор расчленения. Что это такое? Не, фигня. Моя круче, клюшка. Кто? Кто в списке игр? Ты в каком-то там университете учился? Иди в жопу, чувак. Сам к нему подошел, потом говорю, иди в жопу. Что ты за девушка? А, я понял. Сияние, что ли, здесь снимали? А я и не знал.
Или какой еще фильм? Я о бревенчатых избах и маньяках другого фильма не знаю. А здесь кто? Терренс и Филипп живет? Живут, скорее. Да, вот, Т и П. Или может это тупая пизда, значит? Но это по-английски по-другому пишется, поэтому... Скорее всего, именно так и есть. Ау. На тебе, Кайл. Ух ты. А я-то думал, что Кайл не любит пердёж. А он его любит. Хотя он сам признавался, что он любит пердёж Картмана. Но мой? Зачем ему мой пердёж? Хотя, с другой стороны, это он делал, потому что... Хотел мира во всем мире и так далее. И тому подобное. Ну что, волков побьем? Блин, это хардкорчик. Немножко еще и подхилился. Блин, а у меня возрождение есть. Вот какое крутое возрождение. Прикол. Конечно же. Ну, волки довольно-таки хардкорные, согласитесь. Ну что, в Оттаву вернемся. Тут тоже можно много чего фармить. Блин, жаль, что не могу подняться. Очень жаль. А что там за дверь вот здесь вот сбоку? Закрыто. Ни хрена ж себе дворец. Больше города. Как же медленно здесь персонаж двигается.
the Prince and Princess of Canada! Hell yeah! Я могу уменьшиться? Ни хрена ж себе. Вот это милипиздрический наш персонаж, конечно. Так-так намного удобнее здесь лазить. И бегаешь быстрее. Castle isn't just a gift shop, you know. It's also home to our royal family. The castle isn't just a gift shop, you know. It's also home to our royal family. Well, well, what have we here? A hero from the south? Not just anyone can pass the guard at the great border. You must have beaten the odds and obtained a passport. I am the Prince of Canada, and this is my lovely wife. How can I help you? What's this? Sorry, but I don't know what this says. I've seen this language before, but I believe it's only spoken in a specific part of Canada. I suggest you travel west of here and seek out the Earl of Winnipeg. He can tell you where in Canada they speak this freakish tongue. But I warn you, the wilderness of Canada is filled with dire wolves. You know what dire wolves are, right? They're like wolves, but they're dire. Back already? Wow, you are fast. Wait, you haven't spoken with the Earl of Winnipeg. Get out of here. Ты что, охренел? Если бы я мог к тебе подняться, я бы тебя уже убил. Принц Канады, блядь. Что? И как мне отсюда вылезти? You should speak with the prince. I'm here for looks mostly. Ah, you're back. Hey, you still haven't been to Winnipeg. The princess queefed twice when she met you. That is a great honor. Hold it right there. Here are your photos with the prince and princess. Would you like 2 8x10s or 6 5x7? А, вот почему я не мог выйти. All right, there you go. You can exit right through there. Aw, I would have picked the 8x10s. Волков стало гораздо больше. Я бы на них пёрнул. No, that's cool. I'll just chill here for a minute. Попробуем ее в действии.
Вот это я понимаю, урон. О, вставки. Если вы это слышите, то, в общем-то, не слушайте. Ох, какая-то дрянь что-то сверлит. Так, ну, карта, я нахожусь в Канаде, да? Задание. Окей. А это что за курва? They say that two Canadian monks live on a secluded island in the middle of Vancouver. Glad you gotta fight dire bears and not me. This poor citizen was killed by a dire bear. You know what a dire bear is, glad you gotta fight dire bears and not me. It's like a bear, but it's dire. Нужно постараться сейчас. О, один оглушенный, круто. Хоть это есть. А сильный удар, похоже, по всем бьет. Ну, как всегда. Все равно всех убили. Да мне плевать. Интересно, какой же урон они нанесут, если... Если все правильно сделать. Наверное, просто не эпический урон.